Самая дорогая опция, Саш, стоит 1 000 000 рублей в Госдуме. Ты платишь, и тебя как в аватаре в этот аппарат, и ты уже перед собой руками Жириновского вот так. И да! Ты идешь вдоль стекла, говорю... а там гигантский Жириновский встает. Но ты им управляешь, ты. Да. Уа! Много депутатов в Государственной Думе, а где-то такая большая камера. И все там. Где и люди... все там. Помнишь, был случай, когда депутат на слушаниях вот голосовал, а я вот не согласен. Да, и в этот момент человек на станции метро Бабушкинская вышел из подвала, и что, меня хоть перетурили? Что еще может?